В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как санкции сказались на реконструкции очистных? Глава города проверил ход работ на объекте. В Дивееве проходят торжества, посвященные Дню памяти Серафима Саровского. Путешествие в страну пионерию. Молодежный библиотечно-информационный центр продолжает летний проект. Далее расскажем обо всем подробно. Реконструкция и техническое перевооружение очистных идет с отставанием от графика. Проблемный объект посетил глава города Алексей Сафонов, и его состояние рассказал на своей странице ВКонтакте. Проект сам по себе сложный. Подрядчику приходится работать на действующем оборудовании, не останавливая технологический процесс, отметил Алексей Александрович. Из-за введенных санкций появились трудности с поиском аналогов ряда комплектующих и оборудования, изначально заявленных в проекте, а также последующим внесением их в проектную документацию. Несмотря на это, темп работ сейчас вновь набрали. Часть объектов уже построена, здания, несколько резервуаров, в том числе резервуар ливневых стоков и аварийный. Частично проведены необходимые электрические и канализационные сети. Напомним, реконструкция объекта проходит в рамках нацпроекта «Экология», стоимость более 1 миллиарда рублей. 1 августа – особенный праздник для всех православных. В этот день, в 1754 году, родился Серафим Саровский. И сегодня тысячи паломников со всего мира приезжают в Дивеево на торжества, посвященные Дню памяти Серафима Саровского, чтобы прикоснуться к мощам преподобного. Тысячи паломников со всего мира ежегодно стекаются в небольшое село Дивеево Нижегородской области, чтобы помолиться любимому русскому святому, батюшке Серафиму. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеевской обители традиционно празднуют два дня – 31 июля и 1 августа. В эти дни проходят праздничные богослужения. В конце 1990 года мощи преподобного Серафима Саровского, которые считались потерянными, обнаружили в Музее истории религии в Ленинграде. Перенесение святыни в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь состоялось 1 августа 1991 года. Мощи перевозили всероссийским крестным ходом по городам страны, а после установили в Троицком соборе в Дивееве. С тех пор сюда ежедневно приезжают верующие как из близлежащих городов и сел, так и из других областей и даже стран. Так мы встретили паломника из города Ивантеевки Московской области. Сюда за помощью от батюшки Серафима он приезжает уже 10 лет подряд, потому что его молитвы у мощей святого всегда сбываются. Приехал сюда на мощах. Попросил, знаете, я говорю, ты там чудотворный, это нельзя сделать, но я прошу, раз ты чудотворный, сам был уверен, невозможно. 5-10 секунд, все, выпал моментально. Потом еще раз приехал, опять выполнилось. Это личная я просьба. Большие двухдневные серафимовские торжества нельзя представить без помощников. Добровольцы из Сарова ежегодно помогают на территории монастыря и в палаточном городке. В этом году отряд волонтеров также трудился на камерах хранения, в паломнической трапезной и на богослужениях. Некоторые из участников волонтерского движения попробовали свои силы на серафимовских торжествах в первый раз. Первый день я укладывал одеяло для паломников. А второй день я был на камере хранения, а сегодня я был в паломническом центре. Тяжеловато, но атмосфера праздника, прежде всего, праздника батюшки Серафима, и это греет душу, да и погода неплохая, солнышко. Позднюю божественную литургию в главном пределе Троицкого собора Дивеевского монастыря возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили собор архиереев и духовенство Нижегородской епархии. Также по доброй традиции 31 июля и 1 августа из Сарова в Дивеево и обратно отправляется крестный ход. Саровчане, а также паломники из других городов проходят пешком десятки километров. Крестный ход в дни памяти Серафима Саровского начал свою историю с 1996 года. После окончания божественной литургии крестный ход отправился обратно в Саров, от ворот Серафима Дивеевского монастыря. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Обязательную самоизоляцию отменили для беременных нижегородок. Формально она сохранялась в регионе. Обязательную самоизоляцию отменили также для граждан в возрасте от 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Во всех школах страны с 5 сентября введут классные часы, посвященные ценностям российского общества. Эти уроки закреплены в стратегии нацбезопасности. Занятия будут называться «Разговоры о важном». Классные часы разрешили проводить в разных формах, в зависимости от возраста учеников. Например, эти уроки можно будет делать в форматах дискуссии о просмотренном фильме или в виде квиза.
Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где будет снижена бюрократическая нагрузка на учителей. В том числе уменьшат количество отчетов и сократят их внутреннее содержание. Пока оставить предлагают рабочую программу учебного предмета, журнал «Учет успеваемости», внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристики ученика по запросу. По итогам прохождения всех необходимых процедур, включая общественное и экспертное обсуждение, приказ должен вступить в силу 1 сентября. Солнечная жаркая погода ожидает саровчан на этой неделе. В первые рабочие дни нас ждет +25, +26 днем, +14, +15 ночью. К среде столбики термометров поднимутся до 28 градусов. В выходные синоптики обещают жару в 29 градусов. Всю неделю будет преимущественно ясно, осадков не ожидается. Евгения Ермакова, волонтер из Сарова, стала дипломатом конкурса «Нижегородский феникс». Это премия общественного признания в сфере благотворительности. Евгения – сотрудник ВНЕФ, добровольец волонтерского объединения «Капельки добра». В «Нижегородском фениксе» она участвовала в номинации «Инициатива гордость коллектива» с рассказом о том, как инициаторами добрых дел выступают сотрудники предприятий и организаций. Всего в этом году на конкурс подали более 70 заявок в 8 номинациях. Молодежный центр возобновляет проект «На старте». 4-11 августа в 18 часов все желающие семьи с детьми от 6 лет могут посетить мастер-классы по бадминтону. Для записи необходимо подать заявку. Ее форма есть в группе молодежного центра ВКонтакте. Проект «На старте» – это прекрасная возможность попробовать новый для себя вид спорта, познакомить с ним своих детей, получить ценные советы от тренера и отлично провести время со своей семьей. Все мастер-классы бесплатные. Подробности по телефону 99-112. С 1 августа будет легче оформиться в качестве самозанятого, встать на учет теперь можно через госуслуги. Зарегистрироваться в качестве самозанятых таким образом смогут и граждане Донецкой, Луганской народных республик и стран ЕАЭС. Кроме того, с понедельника Федеральная налоговая служба может передавать другим лицам информацию о налогоплательщике, если тот согласится на это. Передача этой информации не будет считаться разглашением налоговой тайны. Согласие можно представить для всей информации, полученной налоговым органом или ее части. Согласие направляют налоговые службы в электронном виде. Ранее сооснователь сервиса для самозанятых «Я занят» Павел Зюков сообщил, что рост количества самозанятых в стране имеет несколько причин. Налоговый режим для самозанятых начался как эксперимент, но оказался удобным для большего числа профессий – от водителей-экспедиторов до маркетологов и IT-специалистов. Пятерых пьяных за рулем поймали сотрудники ГИБДД на дорогах города на прошлой неделе. Два нетрезвых водителя стали виновниками аварий. Первое ДТП произошло в субботу в 5:34 утра на Зерново, рядом со въездом в больничный городок. Водитель на Kia наехал на фонарный столб. В результате машины и световая опора получили механические повреждения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при этом водительских прав. В тот же день вечером на проспекте Музрукова молодой человек за рулем ВАЗ наехал на припаркованный Land Rover Discovery. Водитель отечественного автомобиля также был пьян. Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили четверых саровчан за нарушение правил перевозки детей и двоих водителей, которые разговаривали по телефону во время движения. Путешествие в страну Пионерию совершили посетители библиотечного дворика. Мероприятие для ребят организовали сотрудники молодежного библиотечно-информационного центра. Гости встречи прошли маршрут по знаковым местам, посетили высоту Тимуровцев, залив законов, океан дружбы, красногалстучную поляну и вершину пионеров-героев. Подробности далее. «Будь готов, всегда готов» – призыв, известный каждому человеку, который вырос во времена Советского Союза. Практически все дети СССР стремились вступить в ряды пионеров, повязать красный галстук и следовать заветам движения. В этом году пионерская организация отметила столетие со дня образования. Интерес к учению тимуровцев у детей не падает и сегодня. О традициях пионеров, их идеях и истории возникновения современным школьникам рассказали сотрудники молодежного библиотечно-информационного центра. «В нашей стране сейчас это очень популярно, волонтерское движение, когда приветствуется бескорыстная, открытая помощь со стороны молодых людей, обществу. Но я считаю, что пионерская организация как раз основу всего этого изложила». Для начала ребят познакомились с ритуалами, законами и обычаями пионерской организации. Затем провели тематические эстафеты, конкурсы и познавательные викторины. «Поговорим о тимуровском движении, вообще откуда это все пошло, кто заложил основу этого тимуровского движения, да. Ну и в общем целом будет также творческое задание, то есть мы попросим в конце нашей встречи нарисовать поздравительную открытку с юбилеем пионерии». Тема пионерии оказалась очень близка посетителям дворика. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, старались блеснуть знаниями, разгадывали загадки и открывали для себя двери в страну пионерию. «Пионеры, они, ну, должны помогать людям, пожилым людям, защищать младших, помогать, ну,
Они добрые люди, пионеры. Они всем помогают, защищают младших. Они помогают пожилым человекам, убираются, сходить в магазин, когда человек в несостоянии это сделать. Следующая встреча библиотечного дворика будет посвящена путешествию «Сказка-град». Всех желающих библиотекари ждут во дворе на Московской 11 в среду в 18 часов без возрастных ограничений. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Последний день июля в некоторых странах мира отметили День собаки смешанной породы. Этот неофициальный праздник посвящен простым беспородным животным. По статистике, примерно 80% собак, живущих в приютах, смешанных пород. Дворняги, полукровки, метисы – это собаки смешанной породы. У них нет чистых дворянских кровей. Они не получат медали на престижных выставках, но они совмещают в себе лучшие собачьи качества – ум и преданность. Все, что вы ищете в собачьем компаньоне, вы можете найти в собаке смешанной породы. Уже 2 года в приюте для безнадзорных животных ждет свою семью Снежка – метис Лайки. Добрейшее создание, готовое облизать каждого, кто ее погладит. Очень послушная, очень любвеобильная собака, которая залюбит и залижет всех детей и других животных. И ей, конечно, нужен дом. Снежка очень хочет домой. Возможно, в свой собственный частный дом с большим садом, где она сможет... Она очень активная собака. Ей нужно бегать, прыгать и проявлять всю свою любовь. Вместе со Снежкой в приюте живет Булька. Собака сложная, с непростой судьбой. Следы пережитых невзгод отразились в виде шрамов на ее морде. Булька – смесь стаффа с питбулем. Отдать ее волонтеры готовы только людям, которые понимают все нюансы этих пород. В общем-то, добрая, но с другими собаками нельзя, с другими животными ее точно нельзя, опять же таки, из-за сложностей в прошлой ее жизни. Собака тоже сейчас стерилизованная. Под опекой волонтеров сейчас 29 собак, в основном дворняжки или метисы. Все они привиты, кастрированы или стерилизованы. Фото всех собак есть в группе «Приемник для животных, зато верный друг» город Саров ВКонтакте. Сам приемник пока закрыт для посещения из-за ремонта, но волонтеры проконсультируют по всем вопросам. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Более 1700 человек из 150 городов России, а также из других государств. В конце июля в Нижнем Новгороде прошел заплыв через Волгу в рамках международной плавательной сессии X-Waters Волга-2022. Саровчанин Дмитрий Сиренко успешно преодолел самую длинную дистанцию в 5 километров за 1 час 22 минуты. Бег, езда на велосипеде, плавание, спорт уже давно стал постоянным спутником Дмитрия Сиренко. Мужчина им заинтересовался еще в старших классах, а в институте купил первый шоссейный велосипед. Тренировкам Дмитрий уделяет 5-6 дней в неделю. Плавание, велосипед, бег, зимой лыжи, в зависимости. Ну, а по времени это все зависит от вида. То есть, если плавание, то это примерно занимает около часа. За час можно проплыть там, 3 километра. Примерно в среднем темпе. В июле Дмитрий решил проверить свои силы в заплыве через Волгу. Он успешно преодолел самую длинную дистанцию – 5 километров за 1 час 22 минуты в рамках международной плавательной серии X-Waters Волга-2022. В этом году в нем приняли участие российские и иностранные спортсмены. Всего более 1700 человек из 150 городов России, а также из других государств. Организаторы мероприятия начинали свою работу с инструктажа безопасности всех спортсменов. Безопасность на воде обеспечивали сотрудники МЧС по Нижегородской области, а также инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Все прекрасно, хорошая организация, хорошая погода. Было довольно жарко, но температура воды была достаточно комфортная, примерно около 19 градусов. Немножко было волнение, потому что первый раз был на такую дистанцию, но доплыл. С хорошим для себя, в общем-то, результатом. Я доволен. Сейчас Дмитрий готовится к олимпийской дистанции триатлона, которая стартует в Москве через 3 недели. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.